Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Салимов Артем, и это мой канал о психологии, астрологии, картах Таро и обо всем, что мне интересно. И в сегодняшнем выпуске мы с вами сделаем обзор на новую колоду, которая ко мне попала, ну, самым что ни на есть волшебным образом. Мне прислали ссылку, что в Америке продается эта самая колода. Я уже хотел ее было заказать, но мне ее купили в Таиланде, и сейчас она у меня в руках. И что же это за колода? Эта колода посвящена моим любимым злодеям Диснея. Я обожаю, как, наверное, и вы, диснеевские мультфильмы. Но помимо добрых персонажей, помимо принцев, принцесс, каких-то волшебных существ, мне также дико нравятся злодеи. А порой злодеи намного харизматичнее, намного умнее, намного проворнее и сильнее, чем добрые персонажи. Меня как психолога интересуют злые персонажи с точки зрения архетипов. А именно, они показывают нам архетип тени. То, что мы в себе отвергаем, что не приветствуется и не позволяется социум. Тот или иной персонаж ярко нам это демонстрирует. И мы, конечно, не можем это игнорировать данную субличность и внутри нас. Поэтому данная колода, мы сейчас с вами перейдем за стол, и я вас познакомлю с каждой из карт, мы с вами обсудим и плюсы, и минусы данной колоды. Мне кажется, данная колода, во-первых, всем подойдет, всем любителям вселенной Диснея, подойдет для работы с детьми, для работы в сказкотерапии, да, потому что все мультфильмы, они созданы, сняты на основе европейских сказок, сказка о Белоснежке, сказка о спящей красавице и многие другие. И подойдет для работы с тенью, для работы с темными темами в жизни и в сказке. Но для начала, кстати, да, посмотрите, какие подушки буквально на днях я себе приобрел. Да, вот с моей любимой Урсулы из «Русалочки», из именно той самой ведьмы Урсулы. Кстати, у меня же на канале вы можете увидеть обзор нового фильма «Русалочка». И отдельном видео у меня есть разбор, психологический разбор личности автора «Русалочки» и многих других детских сказок Ганса Христиана Андерсена. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите видео, делитесь ими с своими друзьями и напишите мне в комментариях разборы еще кого, чего, может быть, каких-то известных личностей, исторических персонажей, историй, фильмов, мультфильмов вы хотите увидеть в моем исполнении. Это у меня подушечка номер раз, и подушка номер два – это, конечно, Круэлла де Виль. Не так давно тоже вышла история, по-моему, Дисней снял, или кто. В 2021 году вышла история о Круэлле, да, где рассказывается, почему она стала такой, что ее привело, какие травмы, какие психологические особенности она имела, таланты. Да, но вот я все-таки люблю старую добрую Круэллу, прокуренную, которая бешено водит машину. Вот в мультике «101 далматин». Тоже вот такое мое воспоминание из детства. И вот такие две подушки. Ну что, перейдем с вами за стол и познакомимся с Таро злодеев. Итак, мы с вами сели за стол, сейчас будем подробно знакомиться с колодой, знакомиться с изображениями карт. Я сразу вас прошу прощения, может быть, картинка размытая у вас здесь. Извиняюсь, моя камера не предусмотрена для столь детальных разборов. Но будем улучшаться. Я думаю, что вы уже сегодня слышите, что мой звук, мой голос стал намного лучше благодаря новому микрофону. И это все благодаря вам, вашей поддержке, вашим комментариям, вашим донатам. Спасибо вам большое. И мы с вами вот держим в руках колоду Таро злодеев
мира Диснея. Да, вот такое подарочное издание, выполненное в фиолетовых, зеленых тонах, да, зеленый как цвет зла, как цвет ревности, зависти, наверное, и фиолетовый цвет вообще это цвет магии, да, цвет эзотерики, цвет духовности. Даже в символ-драме есть такое направление в психотерапии, считается фиолетовый цвет, цвет вот такого эзотерического мышления, цвета интуиции. Поэтому, если ваш фиолетовый цвет любимый, да, вы любите вещи, любите фиолетовый цвет в интерьере, может быть, украшения, то данные характеристики могут соответствовать также и вам. Считается также, что психически больные люди тоже любят фиолетовый цвет. Да? Якобы он их вводит в этот в психоз или же в иррациональность, да? В полет мысли, полет фантазии и креатива. Поэт Гёте считал фиолетовый цвет цветом творчества и цветом, который вызывает приступ вдохновения, то есть знакомит нас с музой. Итак, открываем коробку, сделанную вот из такого плотного она картона. Да, внутри тоже мы видим зеленый такой узор, орнамент. Колода вообще печаталась в Китае по заказу либо Лондона или США. Titan Books, по-моему, это Великобритания. Да? Ну, как и все делается сейчас в Китае. Сделана, кстати, она неплохо. К ней идет такая книжка, серьезная книжка, гид. Автором колоды является Минерва Сигель. Она также автор и многих других колод. А вот иллюстратор, интересно, Элли Голдвайн. И указано, что родилась в Советском Союзе, выросла в России, но сейчас проживает в Великобритании. Да? И вот она является иллюстратором этой колоды. А вообще колода не дешевая, да? Потому что авторские права на Уолта Диснея, конечно, думаю, что здесь они финансово вложились. Да, цветные изображения карт в этой книжке. Делится она также на старшие арканы. Да, интерпретация забавная, она связана с персонажем из мультика. Кстати, вот этот мультик не смотрел, про там, что король Вуду, да, какой-то такой был персонаж, вот моя любимая Малефисента, верховная жрица, второй аркан, четвертый аркан, император, это из Маугли Шерхан. Да, я бы, кстати, лучше бы Шрама здесь поставил или какого-то злого короля. Вот, к сожалению, Иерофант у нас из Верополиса, да, вот такая овечка. Я не знаю, из мира Диснея, Горбун из Нотр-Дама или нет, вот этот Фролла или как его зовут. Я бы поставил однозначно его. Ну, конечно же, Ванесса, такое альтер-эго Урсулы из «Русалочки» в «Аркане влюбленные», да, красиво исполнены. Некоторые, я считаю, стопроцентное попадание сделали авторы к колоде. Да, вот Круэлла, конечно, бешеный наш водитель, и олицетворяет седьмой аркан, аркан колесницы или колесничего. Ну вот сила, два крокодила из фильма «Спасатели», как-то я их не связываю. Перевернутое значение также связано с мультфильмом, с вот этим персонажем, что он сделал неправильно и к чему это привело. Из старших арканов, девятый аркан «Отшельник». Не знаю этого персонажа. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что за мультик вообще, что за персонаж. Я уже старенький, вот этого тоже не знаю. Одиннадцатый аркан «Справедливость». Да, мы здесь видим, что восьмой аркан – это сила, одиннадцатый – справедливость. В принципе, как и у Уэйта. Вообще даже не знаю, что за мультфильм. Какой-то «Йокай» написан. «Доктор Каллаган». Не знаю. Мой любимый Ка из Маугли. Люблю вообще эту сказку, люблю книгу, и диснеевский мультфильм, и советский мультфильм. Но я бы, честно, нарисовал бы повешенного Маугли, что его
держит Ка, да, повешенным здесь был бы Маугли жертвой. И Ка, как вот такая лиана, как веревка. Мой любимый Геркулес, помню с детства и вообще люблю греческую мифологию и Аид, 13-й аркан, аркан смерти, да. Ну, давайте с вами познакомимся с самими картами. И младшие арканы у нас также, это жезлы, мечи, кубки и пентакли или монеты, которые олицетворяют либо те же самые персонажи, либо отдельное изображение, например, какой-то вот абстрактный взятый меч или два меча. Да, не знаем, из какой сказки, из какого мультфильма. Вот, может быть, узнали, может быть, это меч в камне. Хотя я не помню, чтобы это был каким-то таким злым мечом. Да? Ну, давайте с вами перейдем к самой колоде. Да? Вот, смотрите, такая красивая тоже фиолетовая ленточка. Да, и мы берем все карты. Сейчас с вами поговорим про них. Да, рубашка тоже фиолетового цвета. Красивая. Значит, шут или дурак, это из похождения императора, да, мне кажется, здесь очень удачно выполнили вот этот образ, он играет, не помню, как зовут тоже, да, маг, мы с ним знакомы, ну вот, моя любимая Малефисента, вот, я вообще обожаю мультфильм «Спящая красавица», я обожаю фильм «Малефисента» с Анджелиной Джоли, правда, я люблю больше первую часть, чем вторую. И, конечно, сам мультфильм, я считаю, это один из красивейших, из прекраснейших фильмов Диснея. Музыка Чайковского, сама принцесса Аврора красиво нарисована, принц Филипп тоже. Вот эти три замечательные феи были забавные, и Малефисента, но это просто это вот воплощение ума, коварства, красоты и, вот, и силы. Да? Императрица у нас из мультфильма «Рапунцель». Тоже этот мультфильм не смотрел, да, но вот такая вот коварная, зацикленная на красоте девушка, женщина. Да. Император Шерхан. Значит, у нас тут Зверополис, Ванесса, Круэлла. Мультфильм «Спасатели», два вот этих крокодила. Ну, ну, как-то, ну вот где именно сила здесь, да, вот где эта доминантность разума, сила разума и сила физическая, да, вот где эта взаимосвязь. Здесь мы видим только физическую силу. Я не очень хорошо помню мультик, может быть, они отличались какой-то хитростью там повышенной, но что-то я сомневаюсь. Вот, этого персонажа я не знаю. Вот, мне вот кажется удачный образ. Я когда даже увидел, я удивился очень. Колесо судьбы, прялка, да, фон Малефисенты. И, да, вот эта сама прялка, повезет, не повезет, рок, да, от которого не избежать, как не избежала это Аврора. Юстиция, справедливость. Напишите, кто это. К. Жертва, повешенный, Аид. Умеренность. Хотел сказать, из Лунтика там был у них Пупсини-Гупсини. Тоже из Русалочки два, как Флотсен Чатсен, по-моему, они их звали. Да, две вот этих, этих морских обитателя, морских гады. Где здесь умеренность? Я не понимаю. Вот. Мне кажется, можно было бы как-то, как-то поинтереснее, как-то более посимволичнее, что ли, их нарисовать. Дьявол, ну, конечно же, из мультфильма «Фантазия», да, вот воплощение всего дьявола. Вообще, в даже есть серия «Клуб Дисней», вот серия посвящена злодеям Диснея. Башня, башня Рапунцель, да, по мне так удачная, подобранный ассоциативный ряд. Звезда, звезда и вот, вот это зеркало злой королевы. Ну, где здесь надежда, где здесь тема вот какой-то, какого-то исцеления, может быть, то, что звезда... это такая вездесущность, это отражение принципа Водолея,
да, вот этих характеристик каких-то глобальных. И здесь вот как в такой глобальный компьютер, в глобальную сеть интернет можно смотреться. Ну, конечно, красивый сам персонаж, да, интересный предмет, артефакт, но в соотношении с Таро, мне кажется, немножко недоработали. Луна, Изма, Измочка любимая, мне кажется, она очень недооценена. Кстати, сама она любительница у нас только фиолетового цвета. Да, вот такая вот она там была, колдуньей, всякие там микстуры, да, делала, превратила его в ламу. Вот этого персонажа Аркан Солнца не знаю, откуда он, что он, какой-то жук, не смотрел мультфильм, вообще мало смотрю. Ну, конечно же, Суд, голову с плеч, Червонная королева. Была, кстати, в магазине, вот где я купил подушки, была еще с ней третья. Но я ее не люблю. Вообще не люблю «Алису в стране чудес». Не сказку, хотя очень психологическая. Есть что разобрать и с позиции архетипов, и психотипов, и всякие фразы, такие цитаты, да, фразы размышления. Но не люблю ни фильм, ни сказку, ни мультфильм. Мне как-то вот не нравится. Но согласен, что персонаж подобран шикарно, да, вот всех она там судила, сама устраивала суд, да. А вот это вроде как персонаж из мультфильма, то ли злой котел, то ли черный котел какой-то, да, Аркан Мир. Мультфильм не смотрел, не могу ничего сказать, но вот такой вот Кощей Бессмертный. Мой любимый Джафар. Обожаю Аладдина, люблю только из-за джина, ковер-самолет и Джафар с Ягу. Да, король жезлов, у него есть как раз-таки волшебный вот этот посох в виде змеи, да, которым он гипнотизировал. Красивый, кстати, фильм снял Гай Ричи, да, в 2019 году. Тоже близок к мультфильму, красивые актеры, интересный сюжет, картинка, музыка, песни Уилл Смит, потрясающе. Королева жезлов, у нас злая королева и ее образ в виде старухи. Ой, вот это обожаю, Мерлин, фильм «Меч в камне» и «Мадам Пинс» или «Мадам Миу», как-то так ее звали, но она потрясающая, она в начале мультика появляется, ненадолго, не основной, она там злой персонаж. Я, кстати, не помню, там были злые персонажи, вот прям как такой герой, или нет, но она вот потрясающая, мне кажется, про нее забывают тоже. Ягу, Паш Жезлов, да, у нас Джафар король жезлов, Ягу его Паш, сам Туз жезлов, двойка жезлов, тройка жезлов, четверка жезлов, опять у нас Джафар, четыре жезла, пятерка жезлов, да, отравленное яблоко, вот мадам из «Меч в камне», да, вот эта колдунья в образе такой молодой девушки, Эвел Квин, злая королева из «Белоснежки», семерка жезлов. Восьмерка жезлов тоже какое-то зелье, я не знаю, какие-то палочки, да, летящие. Ну, это прямая отсылка к Уэйту. Все-таки самый главный Уэйт. За его основу, как и берутся многие тысячи колод, да, и тут же не обошлось без его влияния. Злая королева снова в девятке жезлов. И десятка жезлов. Снова злая королева, которая вот несет эти самые волшебные палочки. Король Пентаклей. Робин Гуд, мультфильм Робин Гуд. Помните, вот этот злой там был лев, жадный до денег. Да? Мне кажется, он прекрасно олицетворяет характеристики этого аркана. Королева монет, королева Пентаклей. Из, не помню, как ее звали, тоже из мультфильма «Спасатели». Да, вот эта дама, она там, по-моему, какой-то хотела то ли бриллиант захватить, то ли что-то там, да, она искала в этой, в Австралии, если я не ошибаюсь, или в Африке, и вот такой сундучок у нее с сокровищами тоже, в принципе, соответствует. Рыцарь монет, не знаю этого персонажа, надо посмотреть в книжке, да, расшифровка.
Паш-монет гиены из Короля Льва. Я уже смотрел эту колоду, листал, и тут на самом деле много этих самых гиен. Туз пентаклей, лапа льва из Робин Гуда и монета в двойке пентаклей тоже из Робин Гуда, его слуга, да, его придворный змей. Тройка пентаклей гиены, сундук с сокровищами из какого-то мультфильма. Не знаю. Пятерка монет. Это у нас король лев, да, сова, она обглоданные кости. И вот эта самая скала, где жила стая львов, львиный прайд. Шестерка монет. Вот такое изображение. Давайте даже посмотрим, из какого мультфильма. А, по-моему, это из мультфильма «Коты-аристократы». Да, я даже раз здесь открывал, смотрел, но сейчас уже не помню. В общем, коты-аристократы, к сожалению, здесь не изображены из этого мультфильма. Так. Нет, здесь не написано про это. Но это вот, по-моему, это фрагмент Дворецкого, да, который не любил всех этих самых кошек. Но вот почему не изобразили вот этих сиамских кошек? Да? Мне кажется, такой интересный был отрицательный персонаж. Их очень любят. Но вот не изобразили. Семерка монет у нас шрам опять. Опять у нас гиены. Да, мантия короля льва из Робин Гуда, да, не из мультфильма «Король лев». Десятка монет, у нас какой-то замок, я не знаю, то ли это меч в камне, то ли это какой-то мультфильм, да, вот если здесь узнали какие-то образы из ваших любимых мультфильмов, которые я не назвал или я ошибся, пожалуйста, напишите, скорректируйте меня. Король мечей шрам, да. Холодный, расчетливый, еще же король мечей, это всегда тема смерти, да, вот шрам, который не боялся убивать и был сам еще сожран, да, своими же гиенами, мне кажется, интересно показан. Мадам из Золушки, злая мачеха, да, королева мечей, кстати, она вдова, а королева мечей второй, это часто вдова, это свободная женщина. Рыцарь мечей с вот этой вот игуаной, по-моему, это из спасателей тоже. Ой, любимый котик вот этой самой мачехи из Золушки у нас Паш мечей. Туз мечей. Я вот уже видел эту карту, думал, из какого-то мультфильма, но это, по-моему, не меч в камне. Вот. Я бы, честно, изобразил вот эту шкатулку. Помните, злая королева дала охотнику вот эту красивую шкатулку, где кинжал, меч, нож пронзает сердце. Да, еще вот такой кадр был в мультфильме. Почему бы не взять его? Да, это же тоже меч, пронзающее сердце. Двойка мечей, просто два меча. Но вот мечи, пронзающие сердце, это такой классический, три меча, классический образ для Таро. И, конечно, мы видим его в первую очередь в Таро Вейта и да, в других, многих других колодах. Вот красивая карта, опять у нас шрам, четверка мечей. Да, вот этот его шрам здесь как будто как бы от меча. Кот. Да, котик. Вот он снова, этот котик из Золушки, уже в руках у своей хозяйки мачехи. Туфелька, хрустальная туфелька, башмачок из Золушки. Опять руки мачехи, которые держат приглашение на бал. Опять король лев. Да, вот у нас вся масть мечей, это либо Золушка, либо король лев, как правило. Да, просто мечи, собранные в кучу. Тут вот, да. Если бы не надпись, то разобраться нельзя было бы, как отличить два этих самых изображения друг от друга. Да, вот на мой взгляд, в этом и не проработана колода. Король кубков, капитан крюк.
Красиво. Подходит, наверное, мне кажется, да, тема воды, морская, воды, любитель выпить. Урсула, королева кубков, ну, конечно же, да, самая главная подводная злодейка. Рыцарь кубков у нас Гастон из «Красавицы и чудовища». Ну, не знаю, мне кажется, в какую-то другую масть или, может быть, даже в старшем аркане можно было бы его сделать. А вот паж кубков, Смит, по-моему, да, его звали из Питера Пэна, да, тоже вот этот вот пират, слуга капитана Крюка, и нарисован красиво, и по смыслу тоже взят верно, на мой взгляд. У нас туз кубков. Почему нельзя было взять кубок с зельем из той же самой Белоснежки? Вопрос, да, с вот этим вот, с виде черепа, да, таким пузырем, туманом. Это было бы узнаваемо. Тут же я не знаю, с какого это мультика. Мне кажется, ни с какого. Двойка кубков, да, непонятно. Тройка кубков. Четверка кубков, снова у нас капитан Крюк, да. И четверка кубков вообще это состояние такой медитации, это отстранение от эмоций. Тут же он улыбается, такой веселый. По классическим, да, канонам, по классическим смысловым значениям второ, на мой взгляд, не доработали. Пятерка кубков просто у нас, значит, кубки в воде. Шестерка кубков, да, какая-то такая тема не раскрыта. Семерка кубков. Говорят, якобы это из второй части Питера Пэна. Я же подумал, что это щупальца Урсулы из «Русалочки». Не знаю, напишите, пожалуйста, давно не смотрел. Вот восьмерка кубков, да, у нас просто шляпа капитана Крюка. Девятка кубков у нас Урсула, да, во всей своей власти. Вот это вот желаемое состояние для той или иной масти обычное изображает. И десятка кубков у нас потонувший корабль. И что? И все мы с вами разобрали. Мы с вами разобрали всю колоду. Да, кстати, вот говорил, что работа может быть с детьми по теме сказкотерапии, по работе с тенью, да, по каким-то темным запросам. Да, может быть. И здесь, кстати, в книжке еще даются нам три расклада. Называются они «Отравленное яблоко» из «Белоснежки», «Неограненный алмаз», да, из «Аладдина», и да, вот «Котел Урсулы», да, или «Зелье Урсулы». Вот такой расклад, да, можно делать. Ну что, мои дорогие, познакомились мы с вами с колодой Таро злодеев Диснея. Мне, конечно же, очень нравится эта колода. И даже несмотря на те минусы, на те, может быть, непонятные какие-то изображения или на наш собственный взгляд и вкус, и на наше пристрастие, лично эту колоду удовлетворила не полностью, но мои любимые персонажи изображены. По мне, так очень интересная колода. Она дает простор для ассоциаций, для смыслов, для работы как с Таро, как с гадательным инструментом или как с метафорическими ассоциативными картами. Да, на мой взгляд, шикарное такое издание. Главное, красиво, очень сделано, и вот будет настоящим украшением вашей коллекции. Ну что, пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите, что вам нравится, что вам не нравится в этой колоде. И, конечно, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока!